Всем здорово, ребят. Ночью сегодня решил прокачать, как я и говорил, двух недостающих героев. Понятное дело, что у меня вырастет сила. Не хотелось бы, конечно, ее вкачивать, но будем надеяться на то, что огник даже на большой силе попробуем в следующий раз пробежать соло. Так, кого буду взять лучше. Не будем пока никого качать. В запределе собираем Эрик. Кстати, сейчас глянем, что там у меня по осколкам делается. Где-то 110 есть или нет? 135. Вот так вот даже. 135 осколков, еще осталось 70 осколков. В общем, мы сегодня чистим наш склад и качаем двух недостающих героев, которые, в принципе, мне нужны на нормальной прокачке. Я думал, кого же все-таки качнуть, землеройку или же мастера рун. И, в принципе, больше мне хочется мастера рун потестировать. Землеройка, конечно, классная, но без прорыва он так тащить не будет. А мастер рун, в принципе, без прорыва довольно-таки неплох. Так, открываем все наши ништяки, которые у нас накопились. Они, в принципе, только место занимают. Посмотрим, что тут у нас по плюхам собралось. Ну, карточка есть какая-то. Это за один самый, это был я схватайки выловил. Сундучки, сейчас их тоже откроем. Отлично, книги, коробки. Коробки нам талант надо будет словить. 20 коробочек, в принципе, неплохо. И тут, думаю, еще 20, 30, 50 коробок, отлично. Вот чем мне нравится немка. Ну, в принципе, коробки можно на любом серваке получить. На нем где что-то мне больше везет. Вот здесь дофигища просто коробок уже получил, пооткрывал. О, отлично, 5 камешков. Так, это тоже халява у нас была. Может, сейчас еще какие-то топовые скины получим. По-моему, за 300 самов или за сам. Не, за 300. Так, давайте это тоже откроем. Малышник. Интересно. Не, малышник у меня, по-моему, есть. Почекнем. Здесь то он один. Такс. Да, малышник есть. Ну, это повторочка, тоже, в принципе, неплохо. Так, что у нас по скинам? Давайте посмотрим, какие интереснее собрать. Так, тут у нас оккультист, фобушка. Наверное, возьмем сейчас с вами часть. Ну, видите, не все собрал, но еще есть 2 недели. В принципе, 36. Отлично, поехали. Посмотрим, что там у нас в итоге получилось по скинам. Отлично, смотрите, оккультиста скин собрали. Свалина собрали. Хранителя собрали. Ну что еще надо реально? Так, на лисицу подкачаем. Остальные пока не будем качать. Но очень даже ничего. Так, еще у нас здесь, да, скины появились. Блин, я сейчас, конечно, силу так прокачаю. Неохота ее раздувать, но... Но все равно надо качать. Так, я опять новый скин. Супер. Хорошо. Неплохо, я вам скажу так. Так, нам надо будет потом еще питомцев подокачивать обычных. Но уже 116к, я думаю, мы сегодня перевалим. Какой там у нас следующий титул? 120, еще 2 камешка получены, книжечки. Ну, я думаю, это мы сегодня пройдем. Так. Поехали. Давайте начнем, наверное, с мастера рун. Ну, я тестировал разные варианты. Пока самый лучший вариант, это там, где больше всего жизни. Это у нас вариант со стойкостью. Самый такой идеальный. Можно и с бастом будет прокачать. Сейчас посмотрим. Ну, неохота, конечно,
с бастом дамага ему особо не надо. Надо больше живучесть. И он тогда у меня будет как вариант и на PvP локациях хорош, и на битве гильдии тоже, как Фрейя, поставим у питомца, будет держаться. Плюс он забирает энергию. Ну, герой действительно очень хорош. Даже, я думаю, попробуем с ним зафармить некоторые волны. Мы там, по-моему, на Джей остановились. Волне. Так, ну что, будет стойкость. Стойкость огненка. И то, в принципе, будет неплохо на нем смотреться. Воодушевления у меня на аккаунте хватает. Так, у нас, кстати, огненка и сюда нужна. У нас уже есть скин. Ремочка. Блин, ремка. Сейчас посмотрим по скинам, кто у нас со скинами, опять же. На огненка у меня так скина нет. А вот сюда ремку мы закинем. Отлично. Так, раскол. Вот опять же, смотрите, скин на стрелка. Закинули. Отлично. Оу. Блин, ну этот талант, ну я не знаю. Такое себе. Если у меня скина нету. Чисто, знаете, ни о чем, как по мне. Просто забьем сюда. Не нравится мне этот талант. Так, берс. О, есть, наконец-таки. Так, стойкость отлично. Нам бы еще огненку сюда ко всему. Было бы вообще отлично. Скины мы хорошие сегодня получили. Стойкость. Ну, смотрите, как стойкость пошла. Блин, огненка что-то реально очень печально падает. Скажем, сколько у нас книг, но коробки реально спасают. Так, а просветы, я говорил, я буду ставить на гарнизон, чтобы его потом докачать быстренько. Ну, если надо будет воодушевление. Бум-бум-бум-бум-бум. Там. Кому воодушку? Тут воодушка нафиг никому не нужна. Ну, вариант. Нафиг не надо. Водушки у меня и так дофига. Я уже не знаю, куда ее девать. Ладно. У нас скина нету. Так, что-то я не туда залез. Поехали дальше. Так, 7 коробок. Дайте, блин, окна. Опять, смотрите, что делается. Это просто какой-то реально трэш. С этим талантом. Закинем на Деда Мороза, пусть будет. Два новых таланта выпадают, блин, огненки ни одной. 50 коробок. Это, конечно, пиздец обидно. Баст. Да, огненки. Огненки, к сожалению, нет. Ладно, то такое. Поехали дальше. Дан-дан-дан-дан, качаем. Максималочка 10-10. Здесь, к сожалению, у нас максималки нет еще. Что у меня по книжечкам? Вот еще с копейками, отлично. Будем параллельно подкачивать и тут, и там. Надо хранилище. Мана еще тоже улучшить, чтобы быстрее это дело было. Ну, в принципе, пока сейчас будем делать 450 сама, все-таки вылетает. Так, эволюция есть, отлично. Самое главное, как в прошлый раз, не профигачить дофигище самоцветом золота. Так, отлично. А мы его не можем.
уже надо здесь прокачать. Сейчас быстренько прокачаю. Я думаю, ему сразу вторую эволюцию делать. Прорыв, конечно, я качать пока ему не буду, но в планах нам надо еще и Фрейю докачать как вариант. В общем, есть кого еще качать. Но мне он на PvP локации очень нужен будет. Так, отлично. Под вторую эволюцию почти готово. И я думаю, ворожея тоже сделаем вторую аву. Так, я надеюсь, мне хватит всего. Ворожей готов со второй. И поехали, этого тоже докачаем. Отлично, еще 23, как какашек осталось. Ну, в принципе, я скилл потом ему постепенно докачаю, пока какашки оставлю. Может, что-то еще интересное мы с вами словим. И надо будет, опять же, делать эволюции. Мне надо очень слизни золотые. Это, конечно, было бы круто сундуков натащить. Из сундуков повытаскивать. Так, давайте это продадим вот так. Запашек очень не хватает, их не будет хватать. Надо дофигища их просто так нам сами кидали. Отлично. За эволюции. Я надеюсь. Так. Где у нас мастер? Докачиваем его. Я надеюсь на то, что нам эта сила не особо повлияет. Хотя, в принципе, посмотрите, мы там особой силы не подняли. Сейчас, думаю, до 120к добежим. Это потолок. Делаем вот так вот. Все, мастер рун у нас... Ага. Мастер рун у нас почти готов. И дальше у нас, я не знаю, вот насчет прорывов надо будет, конечно, подумать. Так, мастер рун у нас на второй, в принципе, хорошей сборке. Этот товарищ у нас тоже, в принципе, уже докачанный. И у меня плюс два таких хороших героя, будем тестировать мастера. Я хочу его для волны еще попробовать, я говорил. И хочу попробовать его тоже взять за пределы, посмотреть, как он будет держаться. В принципе, там молчанку особо так не кидают. Единственное, там смотр может подкинуть молчу. Но я думаю, это не особо проблема будет с ворожаем вместе. Плюс он будет забирать энергию, обездвиживать. Ну, есть свои плюсы у этого героя. Посмотрим. В общем, посмотрим, что у нас в итоге получится. В итоге мы потратили с вами там полторы где-то тысячи самоцветов, но эта трата довольно-таки неплохая у нас. Плюс две эволюции на аккаунте. Так, отлично. Что у нас осталось по книгам? По книгам 836 книг, я не знаю. Мне, наверное, на Огника все-таки не хватит его докачать. Камешков хватает, ну давайте попробуем. Давайте докачаем, но все равно качать. 29, отлично. 30 прорыв готов. Так, кто у нас там следующий? 680 книг. Ну, я не знаю, надо подумать, лисица. В общем, есть кого качать, но уже 5 эволюций у нас есть вторых. Очень быстро, кстати, раньше это был вообще очень длительный процесс, но сейчас, как видите, все намного проще. Так, давайте сделаем аугментацию еще. То я что-то качаю. А про аугментацию забыл. Это тоже сейчас нам добавит немало так силушки. Так. Отлично. Надо 120к сделать. Сделаем такой вариант. Так, укрытое поле. Тут вариант надо, конечно, самый лучший вариант это
обряд лечения, но и хранитель леса тоже сойдет. Так, открываем здесь. Карточки есть, отлично. Перед домах точность, атака, сопротивление. Это немножко не то. Точность, атака оставим. Ну, здесь за 150 оставим такой вариант. Я не хочу сильно тоже раздувать. Так, лисица есть. Это у меня так недокачано на некоторых героях. Все-таки это плюс-минус даст неплохой результат. Так. 30 сопротивления жизни. Так, отлично. Что-то нам не хватает немножко до нового титула. Поехали. Кого можно еще? Ну, кто следующий у нас? Ну, я думаю, землеройка будет идти на вторую эволюцию. Правда, у нас пока не хватает. А, подождите, он у нас только на первую пошел, я говорю, на вторую мы его вообще не эволюционировали, ну хоть первую эволюцию мы сделаем. Ёпперсите. Вот так вот. Потратился полностью фуллово. Слил, ну хоть так. Так, докачиваем. Отлично. 4000 самого осталось. Короче, бомжуем опять. Так, запашек не хватает. В общем, копим, наверное, на теперь кагашки на прокачку землеройки. Вот, отлично, 120к, новый титул у нас есть. Император плюс камешки. Отлично. Давайте еще здесь сделаем тоже аугментацию. И на сегодня хватит, потому что в понедельник надо будет затестить. Посмотрим, что у нас получится. Так, ну по землеройке тут самый лучший вариант, это, конечно же, точность. Крит плюс жизнь, крит сопротивление. Уху-ху-ху, нифига себе! Вот это да, ребята, ну я не знаю, что теперь делать. У меня будет супер-мега-жесткая... землеройка, ну конечно круто повезло, в принципе и на землеройке это тоже очень круто, плюс 3000 считай, 4000 уклонения вытащили, не знаю, посмотрим, в общем даже сам тратить не буду, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.